Всем привет, мои сладкие пацаны. Сегодня мы будем снова играть Сабнаутику. Сабро. В прошлую серию мы закончили в нашей... Нет, я не хочу играть заново. Прошлую серию мы закончили в нашей капсуле. Нам надо собрать две меди. Короче, в прошлой серии случился какой-то баг, там сталкер просто брал один и тот же металлолом, и у меня накопилось 9 металлозубов сталкера. Так, ладно, надо подумать, как твой чем. О, закопить рецепт. Так, все, это нам нужно сделать. А пока побежали. Ладно, постою немножко подурачусь. Так, пока что нам надо найти как-то что-нибудь. Так, скоро мне еда насытится. Что у нас по радио? Местонахождение сигнала радио РПК. Радио получен записан сигнал. Мы посадим капсулу тейп или наши координаты. Мы платаем какие-то дыры в нашем спасателе воды. Так что не волнуйся, если я упадаю. Кроме того, не упадай. Не встаньте на это. Домой. Без нас домой. Серьезно. А это? А, у меня уже есть? Ладно, давайте попробуем туда поплыть. Ой-ой, пить хочется. А воды нет-то. Блин, он кого-то... Видимо, скоро я умру, блин. Эх, не нужна за ним. Так, как химикат сделать? Химикат. Химикат. Так, с того, что кто-то уже солит. Ну, в принципе, могу сейчас такое попить. Надо только найти его. Кто-то уже солит. А, я... Помнуть я... Пока что мы не будем растения воздухом заниматься. О, утро начинается. И это хорошо, потому что сейчас... А, нет, это не утро. Короче, нам надо сейчас найти... Соль. Так. Сразу две делаем. Тайки. Так, ищем три соли. Соль я не помню где. Мне нужна соль. Я помню, много соли было в этом. Ой, не хочу плыть тут. Ладно, поплыли пока что в кораллы, и там возьмем наш этот. Соль. Так, надо найти это место. Вроде, если вот так идти, там будут кораллы. Блин, не кораллы, а эти. Ну, вы поняли. Я с вами так не. Так, что мне нужно для химикатов, я не помню уже. Так, это уже соль.
немножко, да? А, да. А? Я там ее растянул. Ну туда положить? Не, ну я просто спросил. Все уже у меня закончилось. А, ну. Оставим пока. Ладно. Кошку, иди, пожалуйста. Кошка, уйди, пожалуйста, я скоро умру из-за этого. Кошка, я ничего не вижу. Так, твои соли сразу возьмем. Чтобы делать твои химикаты. Ай, говно, я сейчас такую только не вижу. Да, встанет меня. Соль. Сейчас куснешь, я тебя ударю, блин. Так, мне нужно хиль. Соль! Спасибо! А теперь плывем обратно на мою капсулу. Кстати, на бодрость заберешь понадобится. Капсула-то далеко. Надо быстрее делать воду, умирать. Упс. Ну не надо пердеть. Давай возьми, возьми. Возьми. Так, да. Так. В смысле, у нас 4 воды. Пойдем, пока есть Вейли. Она же раньше воду давала. А, она кислород дает. Слышите, если я из-за тебя сдохну, это твои проблемы будут. Поняла меня? У меня 7 воды, дайте мне попить. Быстрее, я сейчас сдохну. Вниз. Три химикаты делаем сразу. А, у меня полный инвентарь. Так. Ложим кайди. Короче, хуже стало. И сразу делаем химикат. Или атомик. А, антисептик. А как мы убьем антисептик, игра, вы скажите? Тут сам чейф нарисован. Вода. Да. Все. Осталась последняя вода. Стоп. По 2 воды дает? Серьезно? Выпиваем воду. О, спасибо. А что, у тебя уже зарплата что ли пошла? Да нет, у тебя понимаешь. Так, ладно, что у нас следующее? А, мы совсем забыли про медь. Давно. Давай, беги. Ты меня укусить хотел? Хотел. А, монета? Откуда она? Эти древние монетки, которые в пятерке подают.
работаем над медь. Сейчас будет титан, да? О, все, мне хватает. Так. Понял меня. Сейчас, короче, делаем глайдер и поплывем за капсулой номер 3. Так, берем аптечку и используем ее тут. Так как я понял, третья капсула находится около зоны выборности. Нам тут вот. Поплыли. Просто без глайдера. Так, теперь можно вот эту штуку убрать. Убираем. Так, как убрать-то? Все, убираем. Так, теперь нам нужно найти кое-что. Чертеж этого раскладного, чтобы потом поплыть на остров. Спендер. Да, это то самое место. Че? Игра, че? Так, что у нас там? Опа, опа. Это мне нужно. Сборщик транспорта. И теперь капсула номер. Нет, собитает. Ну ладно, пофиг. Сменится. А как я пальцем просто притрагиваюсь и ломаю его, а? Там остров этот. Вот у меня, знаете, какая фобия в этой игре? То, что я, если я заплыву в самый низ, прям, какая-то штука прям бьет меня прям сразу. Да ну тебя, я не пойду в эту локацию. Опа. Ладно, пока что еще рано идти туда. Я вообще поехал все за этим. Локацию. Так что я поплыл отсюда. Так. Да, я засал. В смысле? Двух часов. Ладно, а пока что побежали делать сборщик транспорта. Как у нас его делать? Титановый слиток. Для титановых слитков вроде понадобится ее. Берем 4 гриба. О, кстати, у меня как раз маска там вот это есть. Короче, мне нужно больше титана.
так, а пока что поплыли домой. Для начала надо сделать первым делом мотылек, потому что так я просто не смогу его делать. Ладно, попробуем еще. После этого мы делаем сразу это. На тебя давай закрепим. Вдвоем. Так, микросхему нам нужен плохие. Случается, мне нужно 3 батарейки. Это 3 меди и 4 вида. Площадь вида. Это ось из кафетерии. Какого черта, ребята? Ко мне не говорили, что такое может произойти. Нашу капсулу чуть не раздавилась от всех мотыльков при падении. Теперь мы висим на краю пещеры, и это жутко ей подобное пытается прокрасть. Заберите нас уже. Так, ладно, давайте почитаем, что у нас у капсулы 3 было. Так, с капсулы 3. Загруженные данные. Лежащие. Так, ладно, местные формы жизни. Животные мира. Плотоядные. Зубы сталкера, камикадзе сталкера. Вот эти твари самые опасные. Так, ладно, давайте дальше. Что у нас? Так, мне нужно серебро. Мне нужна одна руда, получается. Давайте, короче, сначала делаем что-то. Висит, хорошо тут. Что там висит? Так, 10, короче, 10. Фига себе, сколько титана надо. О, а как раз сейчас будет. Еще два берем. Делаем. Давай, теперь идем читаем. Так, нам нужно 2 батареечки. Значит, 3 медные руды, потому что нам еще нужно одна. Блин, а быстрее надо, потому что я уже это наступает ночь. Ночью я ничего не вижу. А, как раз скоро взрыв Аврора будет. Ладно, что у нас тут? Ничего. Стан. Не нужен. А, ты опять тут зубы ломаешь? Обратно на базу. Поднимется по лестнице. Давайте посидим. Ладно, надо посмотреть, как делать микросхему.
Микросхема. Вот, микросхема. Пластический карта. Не хочу медные проводы. Сейчас включайте у них. Так, энергетичка. Две батареи, это две медичные. Это либо и силиконовая резина. Так, включается, мне осталось. Что у нас по хранилищу? Надо, короче, надо сюда что-то засунуть. Опа, надо решить вовремя. Ура. Америка и Европа. Конно. Смазка у нас элемента, и там лежит. То есть получается, мне осталось только энергоячейку делать. Но у меня скоро еды не останется. И вода. Не есть хочется? А, воды. Так, ладно, давайте вниз. Что у нас? Птичка. Задолба. Что это? Лазерный зап. Алмаз там вроде нужен. Так ладно, надо для начала нам сделать сборщик транспорта. Думаю. Хотя... Три батарейки, три меди, шесть грибов. Короче, давайте сначала сделаем этот сборщик транспорта, потом уже. Так, ладно, надо переложить вещи, которые мне вообще не пользуются. Что мне надо выкинуть эту фигню, задолбал уже меня не заебись. Это я это выброшу. И вот это. Просто выкинем и все. Так, что нам надо теперь? И нам надо будет много чего. РБ. А, ПД. Тогда посмотрим. Здравствуйте, у меня кораллы. У меня кого коралл. Четыре коралл. Инопланетные яйца, данные сириста. Короче, пофиг. А, мне же еще надо будет мотыльку найти. Радиомагик. Так, мы делаем несколько радиомагик. Солнечные панели, два кварца не нужно. Думаю, займемся тут домом, и когда исследуем большую комнату. Так, нам надо подумать, что нам первым делать.
я уже понял, что мы будем первым делать. Первое то, что мы будем делать, это найти мотылёк. А после мотылька мы... А что, уже утро? А, ну ладно. Такое мы попу... Опа! Давай садить. Пока поплыли на 17-ю мы не пойдем пока. Пока что поплыли в эту локацию. Ну, поплыли куда. Короче. Там мы найдем серебро, короче. А, нам нужна медь. Ну, тут медь тоже есть. Так что медь и тут поищем. На камнях может медь быть. Ну вот эти твари, они могут меня укусить. Да не кусай. Так, мне нужен серебряный рыба. Шпан опять. Опа, серебряная руда. То, что мне нужно. Камни, яйца не особенно собирать. Опа, сейчас мы глотнем воздух и пойдем обратно вниз. Так. И теперь вниз. Дома мы займемся только так. Опа, это на доме. Офигеть, кислорода снизилась. Теперь у меня отнимается сразу по 3. Так, тут у нас ничего нету. Опа, франк бомбовика. Ой-ой-ой, сейчас оно сейчас тут скоро в обмане. Так, что у нас тут? Возьмем металлоломчик. Ничего нет, мы пока что поплыли за воздухом, потому что я скоро умру. А, фонарь все это время на глайда я был. Так, ладно, мне потом нужно сделать еще батарейку на глайда. Опа, что-то новенькое, что это у нас? Что это? А, белая. В принципе, не так для меня нужен будет пока что. Пока что. Вот на высокой... Вот на здании хорошем уже будет нужно. Так, медь давай, медь. Опа, медь. Так, получается, осталось две меди. Нормально. Золото тоже нормально. Обыскиваем эту пипичку. О, еще осталась одна медь. Все, я пока не буду огромные выходить. Думаю. Ну или уже долго. Так, ладно, давайте сначала соберем три меди. Титан. Тоже нормально. Титанчик тоже круто. Блин, я на второй остров плыву-то. Да? Да, получается. Так, ладно, нам нужно для начала найти последний... О, зубик. Последний медь. А для меди нам нужно... Иди в жопу!
Иди в жопу. Я туда не поплыву. В жопу. В ананас идите, разработчики. Что у нас тут? Наших транспорт. Халявные эти. Там халявные. Так, тут у нас что? Тут... О, глайдер, еще один стан. Пока поплыли к этому. Да не поплыву я туда. Мне еще рано. Для начала нам надо глотнуть воздух и пойти поискать кое-что. Короче, оказывается, на них вот этих дубинчиков есть опасное растение. Оно стреляется. Жидкость. Ну, воду я это... Ой. Вода. Где вода? Вода. Чем я ее выкинул, непонятно. Коны, сканируем сейчас этот мотылек. Это поезд последний. Остался последний чертеж мотылька. Лазерный зад. Ай, кто меня укусил? Меня кто-то укусил. А, это растение в меня плюнуло. Вон, поплыли пока обратно. Вообще, нам нужно найти первую, последнюю медь. Опа, лопаточник появится. Ищем наш последний меч, да? Да, последний. Где последний меч? Мне нужно меч. Мне, короче, надо будет очень много. Еще мне надо первого мотылька. Я помню, для мотылька нужен тоже этот. Как это называть-то? Опа! Этот. Все, радиомаяк. Все, теперь у меня есть радиомаяк. Так, а пока что надо найти последний. Да. Все, теперь плывем домой. Сейчас достанем смазку из этого земля. Ну ладно, нам надо вот еще и место освободить. Блин, а скоро надо будет этот как раз делать. Пока все не нужно, я беру. Пещера пока не нужна. Это тоже не нужно, это тоже. Все, осталось место. Так, достаем смазочку. Что не понял, шутки. Смазочку достаем и достаем. Ой, делаем. Что мы делаем? А, батарейки. Еще одна батарейка. Точно. Силиконовая руда нужна. Блин, какая руда? Оказывается, на глайде я все это время был. Так, делаем батарейку. И теперь мы делаем его. Спорщик транспорта. Айс. Наконец-то. Так, сколько он занял? Короче, ладно, пока что нам нужно сделать батарейку для моего этого лайдера и комплект проводов. Мне нужно еще один меч. Пока что мне не нужно размещать, так что пока что в ананас идите. Так, ладно.
оставимся прослушанным кораллом. На всякий случай. Так, еще берем два гриба. Ну и надо одна медь. Нужна одна медь. Потому что, ну, глазер нужна штука. Титан. Пока что ищем батарейку. Ой, блин, медь. Вот что мы ищем. Но еще нам нужен один... Как это называется? О, все, медная руда. Теперь пойдем обратно домой. А, фрагмент мотылька нужен. Скоп делать, конечно же, не будем, потому что, ну, зачем тратить просто все время? Я имею в виду тратить время искать его чертежи. Конечно, полезная штука, мы перемещаться, но я не понимаю, как на нем впускаться. Кто играет хорошо со мной, скажите, как выпускаться на нем. Я все кнопки перепробовал, мне не работали. Так, что я делать хотел? А, надо... Опа, это я знаю. Так, Great Aviate Games, Старогон Крой Солнечный Луч. Аврора, вы нас слышите? Один только ван. Ух, уже эти корабли Альтера. У них заканчивается маска в двигателе. Они шлют сигнал СОС, предлагающим помощь, но не отвечают. Аврора, я на дальнем конце системы. Потребуется больше недели, чтобы нарваться вас. Вам еще на днях помощь? Пойдем. Попробую еще раз завтра. Чертов устав заставляет нас прожигать кредиты, бегая. Победушка к тебе и мне посмотрит, что... Так, ладно, давай дальше. Делаем пока титан. Так, что у нас нужно для него? Так, золото и медный провод. Золото у меня вот тут лежит. Медный провод. 2, 5. Ну, поленько. Чтобы поменять батарейку, кстати, нажмите R. Нам нужны две меди. Там ничего нету. Так давай не воздуха. А теперь поплыли искать. Что у нас тут? Морской глайдер. Блин, ночь начинается скоро. О, у меня был 1, 2, 3 воздуха. Я не буду твое яйцо, блин, брать. Бесполезное пока что. Что я любил в креативе раньше собирать яйца такие. Опа, что у нас опять с биоэпо? Тоже понадобится. На всякий случай понадобится так-то. Вообще фонарик у него такой себе. Да блин, мне нужна медь. Конечно, титан тоже хорошая вещь, но вот мне нужна сейчас медь. Опять фонарик включать. Темпы у меня скоро раньше закончится этот. Знаете, какой у меня баг был с крабом? Он у меня в пещерке застрял, мне пришлось нового краба делать. Я его еле сделал, блин. Вон, нам нужно за кислородом. Сейчас открыть камеру. А чё так мало кислорода?
самое главное это найти две руки. Мне была руда первого. Моя, точнее. Хочу сказать первую. Да. Эй, человек, игра. Да что мне лагает играть? Ладно, пофиг, не буду ставить низкую детализацию. А чё тут так много пердежей? Ты чё игра? Всем кукуха поехала. Видели, сколько они там напердели, блин? Иди в жопу! О, скоро утро, что ли? Не, не утро. Так, мне надо будет взять батарейку. Самое сложное, это искать эту медь. Потому что медь сложно. Онлайн на креативе я потом покажу все яйца. Ну, кроме двух, как по мне, самых редких. И вы уже понимаете, какой. Наверное. Это мое любимое яйцо эйфоспина и яйцо прыгуна. Я его еле нашел, блин. Этого. Еле все нашел эти яйца. Вон, на там у меня что-то тут. Где он живет? А, где? Где? Было только что же. Вон, пофиг. Камешек. Ну, сейчас будет скоро утро уже, можно считать. Так что, в принципе, это там... Не, не буду. Да пофиг, ты что? Да все, не стоит. О, золото. Опять два камня. Свинец только надо для этого строителя. И еще один свинец. Ну, в принципе, нормально только-то. Нормально. Да что ты так много этих песчаников? Руда. Блин. Все, поплыли. Опа, я нашел башню. А, инвентарь полон. Ну, ничего такого. Нет. Так, выкину яйцо. Фу. Мне нужно утро сейчас. Потому что я нашел огромный... Ха. Тыщи. Говорят, у таких штук много этих. Чертежей гвайдера этого. Ну, поняли, кажется. И много чертежей мотылька. Давай тут таких обломков. Ну и нормально, что пропульсионная пушка. Вообще она мне нужна, потому что как я буду хоть крабов откинуть. Я не хочу в грибы идти. И сюда. Лодостик. О. Титан! Иди в уж. Выкинул он два образца коралла. О, сейчас утро скоро будет. Понятно, я не хочу. Что меня так напугал? Катался. Дай вас стар. Офигел? Это что? А, это коралл. А, мне он нужен. Я думаю, это мотылёк. Опа, мотылёк. Ура, мотылёк.
хочу залить и быть. Они мне говорят, плыви залитие, чтобы делать пластичные. Так, как мне сделать мотылек? Мотылек. Где у нас мотылек? Мотылек, мотылек. Мотылек. Так, это энергоячейка, смазка. Получается, смазка она у меня есть. 4 кварца и... Да блин, опять это 2. 5, так сказать. Кстати, мне нужно убрать это. Убрать. Ух ты, у меня уже я его сделал. Так, а пока что нам нужно найти последнюю нить. Я не могу вернуть ее. Ладно, давайте обследуем сначала отсек 04. Это у меня двейка, что ли? Так, что мне делать? Я в Блоузера поиграл, теперь называю отсек номер 4. Опа, вот проходит, только пока что... А. Мне нужно кислород. Опять что-то радует кислород. Так, мне нужно получать, что только одна медь осталась, и все. А теперь поплыли вниз. Значит, вот сюда. Опять лазерные мои законы все дают. Это игра понимает, что я лазерный язык еще не изучил, мне он нужен. А, у меня штука упала с микрофона. Да где это медь? Конечно, мне потом понадобится, мне будет попадаться, но медь не только сейчас нужна. А вот и да, ура, меня руда. Все, теперь ну, а все нормально. Ну теперь тогда поплыли домой. Все, я думаю, уже огромные получились, так что сейчас пойду домой и закончу. Потом после этого, как мы делаем мотылёк, мы плывём на Аврору. Знаете, почему я не люблю делать реактор Авроры? Потому что они обитают пиявки. Они кусаются, блин. Но для Авроры они очень так стыкают. Всё, у меня осталось только одно. Ты ничего не будет рыбой. Пискун. Да, попал. Так, давайте. Не все. Ну ладно, теперь делаем медную руду. Ой, медный провод. И теперь микросхему. А теперь я могу сделать его строитель, боб-строитель. Так, теперь мы будем брать. Убираем. Ладно, давайте закончим эти. С вами был Сашок Ермаков. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока. Кар-карыч-пук. Вот. 5 минут, нифига себе.